Сегодняшнее утро начнем с парка «Фруктовый сад». Сейчас поедем туда, покажем, сколько стоит и что там вообще имеется. Едем все вместе, чтобы дети там поиграли на детской площадке. В общем, мы приехали в этот парк, он, собственно, вот. Нужно сейчас только купить билеты, вход стоит 110 рублей с человека, дети до 7 лет бесплатно. А пока давайте я вам посмотрите, какие тут виды великолепные. Нужно, короче, пройти в 4-й корпус, вот, и там уже покупаешь. Купили билет. Артём, подойди к маме. Все, сейчас пойдем в парк. Какой парк? Большой. Все, пойдем? Пойдем. Пойдем тебе. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. А вот не это. Пойдем вовнутрь зайдем. Пошел? Ну она очень крутая, ничего себе. Две, ага. Пошлите. А вот не это. Пойдем вовнутрь зайдем. Нашел? Ну она очень крутая, ничего себе. Две, ага. Это мы, в общем, немного погуляли вот на этой детской площадке. Сейчас пойдем спустимся вглубь парка. Ну, изначально было нам видны немножко бассейны там такие есть, то ли это просто фонтаны. И есть тренажеры, беседки. Сейчас, в общем, покажем. Эта дорога идет полностью вокруг всего парка, и прохода нет. Тут, собственно, есть беседка посидеть, отдохнуть, но придется быстренько нам перебежать по газону. Артём, погнали! В общем, вот мы перебрались на эту дорогу, шли мы по вот этой, немножко отдохнули в беседке, фотографировались. Сейчас идем к фонтанчикам и бассейнам. Сейчас вам покажу. Так вот выглядит это все сверху. Уйди оттуда, Артём.